Во дворце спорта имени Али Алиева проходит первенство Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Участниками соревнований стали более 120 спортсменов из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а самая многочисленная команда представлена борцами из Дагестана. Эти соревнования являются отборочными на первенство России, которое пройдет в Новосибирске 8 по 11 марта. Схватка в греко-римской борьбе состоит из двух периодов длительностью 3 минуты. Победителем становится спортсмен, который смог прижать соперника лопатками к борцовскому ковру. Также победа засчитывается, если борец лидирует по очкам, заработанным в ходе выполнения приемов или за нарушение противника. На этих соревнованиях мы возлагаем большие надежды на наших прошлогодних чемпионов. Есть ребята, которые подтянулись, молодые, которые могут в этом году показать хороший результат и отберутся на первенство России. По итогам второго круга первенства лидером стала сборная Дагестана. Один из самых сильных спортсменов республики Магомед Мухтаров одержал победу в первом периоде. Как отметил борец, поединок прошел быстро, но соперник не так просто сдавался. Готовились и на ковре, и в физическом плане. Ну, больше скорее на ковре. Потому что после СКФУ мы отбираемся на Россию, и это подготовительный этап, можно сказать, России, поэтому больше на ковре готовились. Отметим, что соревнования проходят с 29 по 31 января. Победители первенства будут награждены грамотами, медалями и кубками. Анастасия Сидоренко, Сиражудин Магомедов. Новости, телеканал «Среда».